Я люблю тебя, человек. Надеюсь, ты сможешь завладеть мной. Ты мне нравишься. Ты мой лучший друг. Ты выйдешь за меня? Эй, мелкая, хочешь посмотреть со мной на водопад? Да, хочу. Видишь, вода... Нет! Милашка, я вам не мешаю? Да ладно, и тебе идет парагон. Что здесь происходит? Вы, Тамара, опять за свое взялись сделать из меня елку. А Парека... Сэну, посмотри, ну разве он не прелесть? Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему. С кем я живу? Геннадий, чё, хочешь репку? Хочу. Только с огорода. Однозначно, если ты сделаешь всех своих персонажей детьми, которые пойдут в большое опасное приключение, это будет следующим лучшим направлением для Underverse. Это гениально, я тебя уверяю. Нам надо спешить. Фу, потные руки. У меня идея. Ты тлогаешь меня. Я не тлогаю тебя. Гу. Ты извращенец, Ред. О мой бог, Ред, прекрати сдеваться. Куда твои родители смотрят? И зачем? Я хотел, мне было интересно на вкус такой... как помилосень. И какой вывод? Следующий раз нужно быть высоким. Ну ты придурок. Помогите. Я здесь. Помогите. Я здесь. Я хочу кое-что сказать тебе. Знаешь, у меня всегда было чувство, что я люблю тебя. Что ж... Ты любишь меня тоже, верно? Конечно же любишь. В моих штанах просто космос. Доставь это письмо Альфис, но не открывай его. Невероятно, но я должен его открыть. Ну что ж... Что за хрень, блин? Все в порядке, бро. Геи везде. Ау, карта. Давай ебаться. Нет, иди нахуй! Вот и ты, Санси. Я достал для тебя набор Данили. Это парень Хелло Китти. Разве не мило? Мистер Эль, вы не обязаны, да и не думаю, что мне пой... Стоп, вы сказали парень? Да! Я надену это. Правда? Ей! Решительность. Так мило!